Друзья, всем привет. Все в делах, прям с утра. Маша. Да, дело такое нужное. Да, вчера, друзья, проезжали пожарные, потушили быстро этот огонь. Озеро продолжает жить своей жизнью, как говорят. Залечивать раны. Бестолковые люди. В голову даже не приходит. Потому что погубили на количество живности. И в комментариях читал. Ну, друзья, иногда такую чушь пишите, а потом удаляете это все дело. Вы удаляете это все с ленты. А в творческой студии есть такая, я это все вижу, но остается. Поэтому ну, немножко думайте перед тем, как что-то написать. Пуня. Ну, как же территорию не отметить. Рыба гуляет. Погода сейчас будет немножко портиться. Через несколько дней будет понижение температуры. Уже думал теплицу натягивать. Посмотрел, сохранились фотографии. Вон лебедь. С прошлого года. Теплицу натягивали 27 апреля. Она уже у нас была натянута. Ну, погода вносит свои коррективы. Что, Собакин, вкусный суп. Кто-то написал, тарелка оттаяла с супом. Большая тарелка. Коты вчера тоже покушали. Ну так, вообще ни о чем. Маленькие такие. 8 штучек. Проверял. Вроде как нету блох. У котов помогла, наверное, эта жидкость. Она такая едкая. Какой-то запах у нее химии. Ну, видел, ну, котам тоже вроде как не... Они видел, что слизывали немножко. Ну, ничего. Живы-здоровы, слава богу. Сейчас туда-сюда. И апрель. Июня. Вот так, веселую гульбую. А где-то Люся там, ихня мама с Сэмом. Все сползаются потихонечку. Вот. Вот замыкающая Люся. Такое ощущение, что у меня вот не 4 кота, я не знаю, какое-то стадо котящее. Так уж утоптали некоторые. Че сидим, кого ждем, пойдем. Так уж утоптали некоторые эти грядки. Хотя 4 кота это 16 лап. И тут они один раз пробежали, 16 ямок. А пробежали. Не, короче, много запутался. Ну то ладно, то все такое. Вырастет все равно. Все, друзья. Всем пока. Остаемся на связи. Всем мира, добра. Всем всего самого-самого хорошего. Всем пока.